2 часа ночи, на улице идет снег, а я тут катаюсь по лесу, вообще офигенно, мне очень нравится, отличная погода, прет мой фатбайк, просто офигенно он прет, 2 фонарика сейчас поставил, лес, ночь, красота, обалденная погода. Долетел я до дома, в лесу очень красиво, снег идет, тропинки такие прикольные, интересные. Кататься очень здорово, 2 киловатта на 21 ампер, тянет офигенно. Мне очень нравится мощность и разгон, и тяга, и все остальное. Заднее колесо у меня сейчас накачано меньше 10 пси, где-то 8-10. Но резина такая достаточно жесткая, немножко все равно проскальзывает. А переднее колесо резина мягкая, 10 пси, очень вообще никуда не скользит, никуда не улетает, мне очень нравится. А вот обратно ехал, какой-то очень сильный ледяной дождь. Видите, какой снегопад сейчас валит. По обычной дороге, по асфальту, ну, не прикольно. Грязь, снег заметает. Сейчас все у нас тут в Твери. Блин, офигенно получилось. 2 киловатта берите. Для фатбайка это оптимальная мощность.